вообще охуительно будет. Вот, давай, Мордаун, ты заберешь кольцо, а я заберу чешку. Мне не нужно кольцо, у меня перекап нет кости. Хиловское. Зачем? Мне не надо, оно мне ничего не сделать, мне нужно за гетер, только шмотки, все. Оно бисовое. Нет, оно, по-моему, понимаешь, это другое. Я тебя знаю, твой хитрый это самое, я знаю, что ты хочешь сказать. Какие у тебя там кольца на плести, я не помню. Хорошо, мне нужно какое-то кольцо с кораблей и кольцо геройское средне, все. Ну вот, ты заберешь их, я даже стрелять с тобой не мне буду. Мне надо кольцо с кораблей, ты лжешь. Мне надо кольцо с кораблей, хилоское, криткоста. А, хилоское, да. Хилоское, минус там. А, криткоста тебе не нужно. Какое надо? Да, оно надо всем, криткоста. Ну вот, видите, как. Ну, криткоста надо всем. Ну, поэтому сейчас очень много механика на... Вот поэтому я и буду убивать его, когда самым последним буду, не знаю, да никому не надо уже. Ага, все, тогда тебе надо кольцо криткоста в таком случае. Но мне по факту надо, потому что я не хочу с кольцом этим, с клятвой Малигаса, там, память Малигаса, что-то такое. Там оно с духом, там... Память Малигаса в кольце не дает ничего. Не-не-не, по гайдам будет это только кольцо, не меняй его. Мне не нужна хоста, там, блядь, лишняя хоста. Я даже взломание могу сходить. Разве в нем есть хоста? Подожди. Да. Синдры, которые. 60 хосты, да. Дух 68. Там дух 100... хоста. Нахуй, она мне не нужна вообще. Это нет, я... тебе надо все и даже больше. Нет. Тебе мне надо взломано, да. Дух плюс крит. Мне надо... Нет, мне не дальше, мне надо крит хостовые. Подожди. Мортал, это чешку. Крит хостовый, подожди. А, СПД крит, вот что мне надо, господи. Я, блин, почему крит хостовый это постоянно говорю? Мне СПД крит надо, вот что. Так, СПД везде есть. Хорошо, тогда дух СПД, просто чтобы был СПД. Так, нужно... Хочу тебе объяснить, мне нужно, чтобы вторая, вторая херня была на кольце, это крит именно, чтобы у меня... Везде 4. Есть, во всех шмотках на интеллект есть СПД. Нет, мне надо крит именно тогда сам. Тогда бери Зуламана, там дух плюс крит. Да там не надо, там... Ну, вот там и топ-3 не надо, вот это вот, как он называется? Оно мне тебе есть. Оставь. Тебе оставь, да. Да нет, Мордаунт, ну пожалей. Да. Какой фолиант? Какой фолиант? Этот что ли, помойный, восполнение... Да-да-да, не помойный, это... Ууу, помойка, это даже хулипалом такой не посоветуешь. Это бисовое для ДЦ. В ТБК это была очень прикольная трения. Все видишь? Даже трению танка на фу, даже на это без ДДЦ. Вы хотите, ну, чтобы я взял перстень дикой древней магии? О, господи, да, настолько помойка, господи. Без для ДДНсайдеров, блядь. Вообще, без для ДД... Согласен, блядь. Пойдемте я эту свяну так по голове. Вспоминай господа в суе. Да. Я вот такой сейчас суе, блин. Господи, а, ты суе. Это что, пипец 2 сейчас был? Я тебя понял, братишка. Хорошо. Пиздец, Морал, давай я показываю колодец, а ты отдаешь мне чашку. Хуя, блядь. Это типа, знаешь, это я покажу тебе свой член, а ты мне сиськи. То же самое, мне кажется. Посмотри, я поставил под босса колодец. Видишь, там желтая хрень? Гимн сдал, смотри. Гимн сдаю, все отлично. Я вот тоже поражаюсь. Я тебе показал гимн. Все, мы с тобой начали. Я показываю. Блядь, гимн на ХП. Смотри, гимн на ХП показываю. Jesus Christ. Все, мы с тобой вращать снова. Нет, колодец еще стоит, один закончился. Хочешь? А, фильм могу дать, хочешь, или так? Еще нет. Один геймплей. Блять, я могу уйти вот так, мне, видишь, я покажу тучку. Я косплею этого, Винни-Пуха. Как тебе? Точка-точка-тучка, я вовсе не шипаю. Да. Все, что тебе еще показать? Мне крылья в КДТ, как бы я тебе крылья дал, и все, и чешка точно. Найс, блин, спасибо. Просто, блин, не дохну и так. Блин, да чё за лаги? Мортаун, ты там слышал, короче, если под лицо босса, там ДПС вырастает? Да-да-да, хорошо, обязательно, я так и сделаю. Когда-нибудь это самое, в десятке, может быть. Просто такие рофлы, я просто... Вообще. Огненные. Да, ты знаешь, нажать Alt F4, у тебя повысится производительность на 1000000%. FPS вырастет? Да, FPS вырастет, просто, блин, у тебя будет миллиарды кадров в секунду. Картинка будет настолько плавная, плавнее даже, чем кожа на жопе младенцам. Да. Да, да, согласен. Согласен. Так он же выжил. Ребят, на колодец-то тыкаем. Вот именно не спим, колодец тыкаем. Тогда хилок вошло.
Все, у колодец пустой, он не тыкается больше. Там еще 4 заряда, не рассказывай. Можно на тебя дотку вешать. Вот я подошел, блядь, тыкаю. Блядь, вот он, нету дотки. На тебя ходка вешается. Да нету ходки, она 5 секунд висит, сейчас 5 секунд не было. Дубина. Ой, бляха, бичара, блин, колодец пустой, багованный, блин. Колодец пустой, он еще хочет за эту чешку. Понятно, понятно. Надо бы... Угов набрать бы можно. Чисто за УД предложить им, кстати, типа это. Раз 25 ген, только за УД. Можно продать им шмотку. Да, чешку продадим хиловскую. Кстати, да. Она все равно никому не нужна. Да, согласен. Да, вам-то зачем? Она никому не нужна вообще. Что? Чешка хиловская? Да, без на ДЦ. Да не нужна она. Я ШП, ты видишь, я ШП. Какой ДЦ, по-твоему? Ну да, так у нас нет ДЦ. Все, видишь, что нет ДЦ. А ты холик. Ну, холи ДЦ есть, она все, больше нет. Да, все, давай подаем чашку, погнали. До 100 тысяч, дайте чашку, погнали, все. Добрый вечер, диспетчер. Пон. Приехал. Рассосались. В мире хватает героев и без тебя. Только хотел сказать. Инвизибл, ты только не заходи, там босс бьет. Заходите, стойте, куйте. Они сейчас его убьют, потом зайдем. Ой, нахуй. Рофл за 200. Понял, больше не води к нему. Да, все. Ну, вообще бы накрыл. Босса к шипашнику вести. У него чёрт ротация. Будет один слаг в ротации ШП, и ты не удаешь 28 тысяч урона. Чуть ниже у тебя 28. Потому что, видишь, я сдвинулся, и все, ротация поломана. И не удал вовремя чья-то чуму. ШП половину скиллов может спиной давать. Нет, не может. Спиной слушай, может история только... История в гробу переворачивается. Мне кажется, я тоже слышу. Вот, забирай, что ты. Ну-ка, давай. Дядь, пытку не могу. Зубы могу. Вот пытку сейчас какие не зубы? Бабки, ну, как тебе нравится? Ну, ты и все чумки ты можешь давать. Прикосновение, во. Я умный, я проебу в ротацию. И теперь ГП и... Дайте его будет и в обычках давать? Да, да, дайте ему 4 раз ТКП, он хочет чашку спиздить. Это мега слаг, только что будет. Ты на него повел. Дайте не учти ГП. Он хочет на успех спиздить чешку.
Поставьте шкаф. Сейчас поставлю. А, у нас нет, вот. Ну что, мы погнали или что? Алекс Страза выбрала достойных союзников. Вот, я тут просто томогов ловлю. Как еще гильдии нет, получается, за у нас на ХС-ку. Кто фонит? Бен Стиллер. Блядь, сори. Кстати, Мордаунт это будем доводить, если Джо это как его знал? Надо узнать, если Джо, если он согласен пойти, типа, то да, погнали. А если нет, то там вот дальше идет слева. Да, собрали. Там остался. Три босса всего. Это где у вас три босса осталось? Ну, заломание. Ну, я бы сходил, мне нужен предпоследний босс. Ну, тебе предласт, не ласт. Давай попробуем, соберемся. Я думаю, люди-то есть. Берегитесь. Просто вопрос, кто пойдет на столько боссов? Ну, наших можно кого-то потыкать, все равно уже, считай, вот это просто дым. Юлю, знаете, может там пойдет, типа, если дох никому. Она ходила, со мной. А, ну, я ходила. Бы, я бы Зулджи на пуху спиздил бы. Да. Ну, ну да, удачи. Тем более, почему-то я уже уверенно, что сегодня упадет Зов. Прям жопой чую. Ну, Зов плюс пуха на ДК. Ага, в итоге падают какие-то тапки, а боссы на ШП. Как они, сандали, как называется. Да, пуха на ДК. Хватит стих. И принес предласта вообще. Хотя с предласта я бы тринип тоже взял. Нет. Я бы тоже бы взял бы триню. Хотя нафиг. Я иду туда на ДК, одевать ДК. А я ну иду на ДЦ просто и хилить. ДК одетый. Мне кажется, что. В чем сундуков упала? Помойка всякая. Что там, там кто где? Кольцо выйдет, танковское. Я уже что не соображаю. Ну, Вайда лучше во тьму, чтобы наверняка. Она выключилась. Ну да. И как, блять, я же выключил все. Я не знаю, у тебя проварка рядом. Это я, это Мидарк. У тебя что, мало? Мидганста, это Мидарк. Элем. Да. Че, вы убили Гарен, ничего, нет? Нет, что? Сейчас смотрим. Вот, подожди минуту буквально. Героического Горыныча. Да, да, да. А, этого да, убили. РПБ-чешка упала. Султанчик. А, я че, у меня приура нет. Нет. Да и их истории там не было, ворот дали. Ну, Кирсури, надеюсь, все дали. Да. Ну, да. Слава богу. Ты служил. Не люблю хотел соло в тьме. Че, первому я закидываю. Ладно. Чекасненькому, да, Триксы? А, ты будешь начинать? Five, four, three, two, one.
У меня все зависло. А все. А это вы что, в обычке? Угу. Все поэтому. Здрасте. Привет. Забор покрасьте. Пон. Медведь, ты же в свету сейчас станешь? Да, бемка, пожалуйста. Да, да, да. Сейчас, да. Вставай, что я где-то выводит. Здесь? Да. Да. Шаг. Еще чуть ближе. Да, да, вот так и стоит. Там это самое перейдет. Только надеюсь не сложит. Понимаю. Кого резать? Бомжи. Бомжей. А по хилу есть какая-то информация? Я могу встать. Бенстеллер умер, или... не запрохил. А ты бенстеллера поднимай. Мне встать? Мастер, ты хоть перед лицом мне стой, подойди к нам. А, все внутри. Нет, меня не рис. Эх, мастера поднял и все. Бен Стиллера поднял. Не скажешь, что я встал. Ладно, сейчас. Мне во тьму уходить? Окей. Тьма, стоп. Да? 70%. Shadow, выноси. Я путаю. Да, есть. Че, можно бить? Че, 50% бей. Блять, останавливайтесь, видите, не набирает медведь. Не срывайте. 40 свету уже. Перебежали. Давай я выйду в свет на пулю медведя. До 60 будем, да, толкать вас? А вот. Shadow. Пропали. Ё-моё. После 50 цвета уже. А, я... 50 цвета. Огонь вышел. Мы не можем Void больше дамажить. У меня 87% агро. Есть БР, свету. Что ж, мастер выйдет? Shadow, стоп. Shadow, я, Бен и шаман Элен. Shadow, стоп. Ты сейчас сорвешь агро. Не бей. Фед, стоп. 40% у нас. Бьем? Хорошо. Перебежим. Есть на ману что-то по стиле? Дим, в свету и во тьме? Да, в свету, в свету.
Гим сдал. Спасибо. Гиры можно сдать две. Я уже давал. А, окей. 7% осталось, зачем? Вынеси. Валент, вынеси. Вынеси метку, блядь. Где он? Я не вижу, где он. Ёбана, урод. Кое-как. О, чешка. Чешка. А, я же говорил, что выпадут этот пояс. Заебись. Шея крутая. Да, на благо будущего. Нахер выносить, когда 4%? Серьезно? Ну, чтоб люди не упали, блядь, боже. Надо тактику исполнять. До самого конца. Мужик, типа, на мужика. Вот, Ваня, кстати, ты не вынесешь эту метку, там, скажем, а скажут стоп, скажем, это ДПС, и не хватит ДПС, и да просто, блядь, его, пол... Ливнули, не хотят ЕП, все. Пол, после пол пачки вообще не отдыхает. Пешку, если надо, на проста возьму. Но кто знает, это знаешь, как везде, это то, как на гневе то же самое. Типа, ты не отбежал, скажем, когда надо, и все ебнулись. То есть тут дело не в том, типа, что на мужика и на мужика, хотя просто выжить. А, вы ценники по-старому еще? Понял. Это плохая, мне кажется, когда... Now в спек, если надо. Блять, жаль, что не варом пошел. Было прикольно бы. В принципе, блядь. В медведя может взять. Можешь Рахелю на успех закинуть. Если она никому не нужна больше. Еще Катя никого дикого не будет сидеть от котов? Конечно, бывает. Там кого-то... Нет, мне какая-то ужасная. В конце мне не понравилось. Ну ладно. Ну, не знаю. Что я хорошая с РПБшкой? Ага. Нет, все она хорошая. Это... У Хапала есть пояс и ступни шикарные. Можно отдыхать. Заебись. Войт, можешь закинуть на некромантку, а не на друля. Ну, с этого убрать. Спасибо. Против Рахила. Ну, это ваша травма. Престол. Что? Ваша травма на престол. Не слышу тебя вообще. Говно, это ваша травма на престол.